Венецианский карнавал – это костюмированный праздник, ежегодно в феврале проходящий в Венеции. Таинственные дамы в роскошных нарядах и кружевных полумасках и их кавалеры, шествия и парады, уличные представления и музыка. Венецианский карнавал – роскошный, феерический, таинственный. Иногда так хочется остаться неузнанным, спрятать лицо под маской, отбросить все предубеждения и подвергнуться эмоциям. Карнавал в Венеции – это одно из самых ожидаемых событий в году, как для жителей этого древнего города, так и для десятков тысяч туристов со всего мира. История карнавала ди Венеция уносит нас еще к временам Древнего Рима, к ежегодным Сатурналиям, языческим празднествам в честь бога Сатурна, покровителя земледелия, которые справлялись в декабре после уборки урожая во время зимнего солнцестояния и сопровождались массовыми гуляниями. Только в период Сатурналий все становились равными друг другу, снимались любые запреты и предубеждения, даже рабы развлекались на равных со своими хозяевами. А чтобы чувствовать себя комфортно и оставаться инкогнито, люди надевали маски, полностью скрывающие лица. Таким образом, никто не знал, раб перед ним или знатный господин. С приходом христианских традиций праздник немного видоизменился. Теперь никто не тревожил древнеримский пантеон богов. Праздник уже не посвящался богам. Люди просто хотели весело проводить время на празднике, на котором дозволялось практически все. Непременные атрибуты праздника – маска, а с нею карнавальный костюм – оставались неизменными. А вот дата проведения праздника немного сместилась. Карнавал стал проводиться ближе к концу зимы, в дни, предшествующие началу Великого Поста. Насчет того, когда именно состоялся первый венецианский карнавал, также существует множество версий. Первая версия такая. В 1094 году Венецианская республика получала по договору с Византией дома в Константинополе и дополнительные привилегии в налогообложении, что давало ей огромные преимущества для средиземноморской торговли. Празднование этого события могло быть первым венецианским карнавалом. По другой версии, первый венецианский карнавал был проведен аж в 998 году, когда юные жители Венеции вернули своих невест, похищенных хорватскими пиратами. Третья версия гласит, что первый венецианский карнавал произошел лишь в 1162 году в честь празднования победы Венецианской республики в войне против патриарха Ульрика. Горожане шумной толпой высыпали на площадь Святого Марка, где предались пиршеству и веселью. В 1296 году венецианцы еще и официально узаконили карнавал. Сенат Венецианской республики провозгласил последний день перед Великим постом праздничным днем. Это торжество предваряет Великий пост, подобно славянской масленице. Считается, что само слово «карнавал» произошло от латинского «carne vale», что означает «прощание с мясом». Это каноническая версия. Обыватели-венецианцы считают иначе. Они переводили карнавал следующим образом. «Carus
«Навелис» – «Потешная колесница», «Корабль праздничных процессий», и любили приурочить к «Феста Делла Мария» – старинному празднику, посвященному спасению девушек, похищенных истрийскими пиратами. Современные карнавалы тоже начинаются с этого праздника. 12 самых красивых девушек Венеции получают призы. Мэрия оплачивает им роскошный круиз. Одно известно точно. Уже в 13 веке, последний перед началом Великого Поста день, был объявлен днем торжеств и народных гуляний. Два века спустя в Венеции был создан фонд сбора средств для проведения ежегодного венецианского карнавала, ставшего к тому времени неотъемлемой частью Венеции. С течением времени венецианские маски, изначально копировавшие языческих богов плодородия, стали изменяться, отображая важнейшие события жизни горожан, а во время венецианских карнавалов отмечались самые громкие достижения венецианцев. Так, тему для многих последующих венецианских карнавалов дала Великая Победа Венецианской Республики в сражении с турками в 1571 году. Эхо того пиршества дошло и до наших дней, ведь и теперь в карнавальной толпе на Сан-Марко обязательно промелькнет пышный тюрбан или яркие широкие шаровары. Принято считать, что Флориан едва ли не самое старое кафе в Венеции. С этим можно спорить, но вот то, что оно самое известное, это совершенно определенно. Ведь за его столиками коротали время Байрон и Казанова, Руссо и Хемингуэй. Кафе Флориан – центр знаменитого венецианского карнавала. Здесь можно встретить все его маски. Костюмированная публика, распределившись по мягким диванам, часами ведет бесконечные разговоры, попивая лучший в мире кофе из миниатюрных чашечек. Так что не пожалейте 10 евро, чтобы выпить этот кофе, который сохранит для вас память о Венеции. Написанным законом средневекового карнавала в период его проведения отменялись все социальные условности и повседневные правила жизни. Каждый мог делать все, что ему вздумается. Маски тщательно хранили секреты своих хозяев.